В городском округе продолжаются рейды, в ходе которых проверяется состояние контейнерных площадок. В минувший четверг сотрудники администрации совместно с представителями Госсанитехнадзора и полиции выезжали по трем адресам – на Полевую 8, Строителей 3 и на Парковую 7А. Главой администрации городского округа Щелково Булгаковым Андреем Алексеевичем поставлена задача в кратчайшие сроки навести порядок на контейнерных площадках. На момент приезда комиссии контейнерная площадка по адресу Полевая 8 находилась в удовлетворительном состоянии. Мусор лежал в бункере и в баках. И что важно, рядом с ним было чисто. А вот о контейнерной площадке на Строителей 3 такого не скажешь. Здесь вообще не оказалось бункера, а на его месте был мусор, который уже вываливался на проезжую часть дороги. Управляющей компании, обслуживающей эту территорию, дано указание срочно навести здесь порядок. Еще хуже ситуация по адресу Парковая 7А. Вся контейнерная площадка и территория вокруг нее завалены мусором. Правда, здесь уже работала уборочная техника. Как выяснилось, причина, из-за которой это произошло, типично. Один из местных жителей часть контейнерной площадки занял строительным мусором, вынесенным из квартиры после ремонта. Физическое лицо, которое совершило административное правонарушение по статье 6.1, Кодекс административных правонарушений Московской области и будет привлечено к административному наказанию через административную комиссию. Как сообщили в административной комиссии номер 17 городского округа Щелково, штраф за вынос строительного мусора в контейнерную площадку для жителей может составлять от 1 до 5 тысяч рублей. Для предприятий и организаций подобное правонарушение может обернуться наказанием в 50, 100 и более тысяч рублей. Такие рейды будут ежедневно на всех контейнерных площадках, так что я считаю, что нужно просто стараться максимально гражданам нашим и нормально выносить мусор, все-таки разделять его и приходить, осознать нормальный вынос твердых коммунальных отходов, что это такое, и беречь нашу природу, соответственно, экологию. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.